жил. Когда-то Енисея наша. Это что-то вроде носорога. Да. Это каменный век какой-то, да, наверное? Ну да. Жил, да. Жил. Мамонты когда? Носороги? Да, да. Белый. Белая молния. Хоть я черный шаман. От тывинского народа, от моей организации, где я работаю. Мой начальник, верховный шаман ТВ, он же верховный шаман республики ТВ. Карол Тылычевич Топчунов от имени дай бог духа ему, медведи. Да, дай бог и духи ему здоровья. Вам желаем счастья, удачи, благополучия, долголетия. Всем. Даже лично от моей души я люблю вот такую природу. Люблю траву, которые вот плавают, живут. Пернатых люблю всем живым существам. Начинал. Немножко о себе расскажите. О себе расскажите чуть-чуть. Да, я родился год дракона. Месяц лошади, день крысы. Это значит 1964 год. Июль, то есть месяц, седьмой месяц, 21 числа. Я родился в рабочем семье. Мать моя, повар, начала работать с 12 лет. Отец строитель, строил дома всю жизнь. Сейчас отдых и пенсионер. Немножко хворает, болеет. А матери моей нету, давно живет. Но есть у меня мать хорошая. Она присматривает моего отца. И есть у меня вот мать-земля. Мать-природа. Я сирианин считаю, сиротом. Есть вы? Да. Скажи, пожалуйста, мы можно на ты? Ага. Начинал. Я прошу вот рассказать. Ты из Тывы. Ага. Рядом Хакасия. Ага. Все это связано Енисеем. Большая да. территория от да, Таймыра да. до южных краев. Да, то есть да. начинает течь, Каахем начинает течь еще в Тыве, да? Потом... Ну, начало взяли Каахем и Пихем. Да. Ка – это тоже чин, звание. Пи – это не пи, это пех, пегрика, царская река. Царская река. Ну, а это Хахем – тоже чин, ранг, тоже звание. Ну, помогает сестру или брату, бег, бег можно считать. Там даже в курганах хранится персидский сар. У нас Сарская долина тоже есть. Скифская. Скиф, ну, да, вот. Скифия. Это все корни да, да. как раз находятся здесь. Скифии, Тартарии. Да, да, да. Скажи, пожалуйста, у нас есть такая задумка построить на территории Хакасии, при Енисейской Сибири, новый город. Да, да. Хотим назвать его Новая Скифия. Да, да. Как ты думаешь, как земля-матушка вообще, Хакасская, Приенисейская, Красноярская, Тувинская, примет этот город? Да, мы все шаманы объединяемся и попросим, они даст. Предки, духи, мать-земля, звезды, небеса, золотое солнце, серебряная луна. У всех река, рек, озер, гор, со всех попросим, даст. Всем а миром. На карте есть город, будет будущий город. На карте мы предполагаем место около озер Шира, Белё, залив да, Сарагаш, да, 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 Сундуки, вот эту территорию, да, 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 вот эта территория благословенная да, да, духами и богами, да, да, чтобы она дала возможность построить новый культурный центр Евразии. Да, 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 да. Во всем мире, можно сказать, святые места. Я не был, но хочу туда.
хочу. Мечте моей есть. Хакасия, Алтай, Иркутск, Чита, Сочи. Скажи, как ты чувствуешь, отзывается тебе эта идея, эта мысль? Да. А что нужно сделать, вот помимо обряда? Ну вот, мы только что говорили. Да. Что... Ага. А обряд какой должен быть? Ну, обряд, большой обряд. Большой обряд сделаем. Когда нужно его делать? Ну, когда надо будет, я еще и посоветую, попрошу, так как выше меня тоже есть. Я не великий, у нас даже великие такие, я не коронованный. Ну, можно считать. Рядовой. Рядовом. Рядовой шаман. Ага. Черный шаман. Черный шаман. Скажи, я очень хорошо знаю там, где, здесь. А черное шаманство чем отличается от белого? Вообще, чем занимаются шаманы? Черный там ничего плохого нету. Не боятся. Черная сила, черная магия. Угу. Ну, сильный. Сила это сила. Ну, это просто сила. Сила. И вопрос только, как ее использовать и в каких целях. Да, там ничего проблема. Если в добрых целях использовать, конечно. Можно. А что мне, у меня, видите, черного-то? Да. Я могу хоть шаман, вообще, ну, там. Ты сейчас идешь куда? Вот вам, ты говоришь. Там пришел, к вам. Нам пришел. И а потом... комсомолку надо идти мне, моих земляков, там мне посылка. Я тут лечу шаманские массажи, ряды. Учишь молодых шаманов? Да, учу, лечу. Ну, и за туда мне получить дегтяревое масло. Это дегтярное масло. Дегтярное масло из комсомолки. Понял. Скажи, а ты уже прошел пол России, да? То есть ты был на Урале? Нет. Нет? В Урале. И больше. Больше нигде? За рубежом. Ну, в Красноярске в прошлом году зимовал. Да, в Красноярске бываешь, в Туве бываешь. Еще где бываешь? Еще где бываешь? Нет, в основном. В основном Тува, Красноярск. Да. Ну, это хорошо. Урал. Значит, мы тогда с тобой будем дружить и будем вместе это большое дело делать. Да. Хакасию тоже. Хотелось. Хочу. Поедем в Хакасию. Ну да, но у меня тоже другие планы. Нет, все время некуда. Хоть зимой каникулы, но мне некогда. Весной, летом, да. Ну, посмотрим. И если это возможно, конечно, если вам позволяет шаманская, так сказать, этика, рассказать немножко об отношении к шаману, который прославился нынче на всю страну, который шел... С Якутии. Шел изгонять президента России. Нельзя так. Нельзя. Он против меня пошел. Они тоже мои предки, мои, ну, можно сказать, они утрали когда-то. Ну, мы не виноваты. Наши предки там с кем-то воевали. Они в упряжках, оленей, собачьих. Ушли в Якутию? Ушли в Якутию? Ну, кто куда? Да? Киргизия. Да, да, да. Первым делом Бурятия. Угу. Ну, много мы были, очень много. Вы вместе были? Да, да. А сейчас кто куда разбежались, но мы остались в своем. Но мысленно все равно вместе, вы все равно кто общаетесь. Кто Китай, кто Монголия, кто даже за рубежом. А мы остались в своем родине предков. И это правильно? Да, правильно. Я за свой народ. Не только, ну там раса не имеет значения. Практически он же тоже за свой народ шел. Ему видится вот так, что мешает нашему народу вот такой человек, который он шел изгонять. Ему так видится. Нет. Мы тоже воины. Даже Чингисхана. Ну, полководец тоже, как сейчас Шойгу, Субедей же, он чистокровный тувинец. И шаман тоже, Теп Тенгри, тоже тувинец. Да. И охранник тысячи воина, его полководец, сын Субедей.
И Кузьгес, отец себе дает. Тувинцы. Да, а вот Сергей Кужугетович, кстати говоря, заявил о том, что он хочет вернуться в Сибирь и жить в Сибири, на родину свою. Конечно, и конечно. Хочет построить один, а может быть даже два города, он сказал. Конечно, конечно. И надо. Мы хотим к нему обратиться, вот, чтобы мы вместе построили этот большой город. Конечно. Поможет? Поможет. Поможет. Он никогда земляка не... Вы земляки, мы земляки. Да. Эта земля тоже не похожа, не наша. Это земля. Наша земля, конечно, конечно. Тут даже со скифских времен арка. Еще Черная гора, это Каратаг. Каратай. Каратаг. Таг это гора. Кара это черный. Угу. Красно-яр это Кызыл-эл. Как коми-эл. Эл это есть яр. Угу. Красный это Кызыл. Кызыл-эл. Ну, я даже в караульных пещерах тоже был, там тоже обряд его. Mm-hmm. И даже просит меня, чтобы работал. Поработал. Ну, там типа сторожем. Нет, не, нельзя сидеть. Нельзя и нельзя. Да. Нет, все, на ногах. Да. Мы же волки. Я вот Красноярск, ну, даже можно во всем мире сказать. Я еще вожак стаи, у меня да. Волки. А волка ноги кормят? Да, да, да. И света даю им, и короную им. Они каждый месяц по новолуние собираются. Что про нас сказать можешь? Вот про Альберта, про меня. Вот такие хорошие парни. Вот так. Вот так. Не ошибайтесь. Только вперед. Только вперед. Вперед. Россия. Туда. Россия. Тува, Хакасия там, да. Таймыр там, да. И все это наша земля. Мы победим. Красноярский край. Россия, Красноярский край. Третья. Республика Тува. Но не гуна. Вместо буквы Г. Х. Хун. 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 Хун это вот. Солнце. Да, вот. Солнце. Я. Народу своему не имеет расы, нации, нужен как солнце. Вот, вот, например, именно я, который 64-го года родился, может, родилась. Даже вот у нас красных, почему у меня много красных, у меня 9 красных. Потом 8 белых, 7, 6, вот так. Я нужен, я верен, я верный воин своему народу. Мы победим. Мой народ победит, мы ура! Сильная держава, Россия. Вот так. А он Якут против нас, против меня, против Шойгу. Пошел, против моих предков. Он хоть мой земля. Угу. Нельзя так. Нельзя так. Что, надо было с вами посоветоваться, да, перед тем, как... Ну, не надо. Даже совета нет. Или кому... Кто-то... Это есть, можно, там, что-то. Политика, деньги, все грязное. Толкнул ли кто-то ее. Кто-то его толкнул, да? Угу. Хотел много денег или что там. Угробил себя. Психушку. Ну, его же вроде выпустили, и он сейчас говорит, что никуда не хочет идти. А ну вот. Да? Передумал. Ну. Хоть куда его не станет. Нельзя так. Я обиделся, чисто я ему. На него. На него. От меня. Ну. Да, да, да. Ну ничего, нам главное сейчас только вперед и создавать, конечно, делать добрые конечно. Дела. Добрые если дела. Начали, ну. И созидание, ага. Прежде всего. Ну что? Ну что? Да. Так, такие у нас добрые начинал. Дела начинаются. Начин тоже. Мое имя тоже на 3 буквы нач. Надо начать. Во! Нач. С началом нас, с хорошим да. Почином, да. Друзья. Вы выбрали. Друзья, с хорошим хорошо. Почином. Не переключайтесь, будут еще новости. Будут еще у нас начинания. Будут продолжения. Победа будет за нами. Мы победим. Батюшка,
земля матушка сибирская. Мать природа. Хозяева, хозяева! Енисея! Ветер! Ветер! Спасибо! Принимаю!
деревянный варган. Курые. А тот варган. Вьетнам. Разные. Ну, разные. А это Алтай, Якутия. Ну, наши. Мои земляки. Палочка. Ну, не ползать, не знаю. Я не китаец. Я кувинец. Мендова. Зато теперь легче стало. Так что, друзья, обращайтесь. Если кому-то необходимо, если вы чувствуете, что вам необходимо очиститься, обращайтесь. Как вас можно найти? Начинал Караулович Щевитол. Анонимное имя тоже есть. Антон. Черный шаман из Республики Тыва. Из организации Духа Медведя. Собственная персона.